Вы знаете, дорогие друзья, некоторые самые простые вещи настолько привычны, что мы вообще порой и не замечаем, как про них говорим. Вот кто-то по-русски скажет «Слава тебе, Господи!» и все понятно. Кто-то по-английски примерно то же самое выразит словами «God bless». Но это, кстати, чаще говорится, когда кто-нибудь чихнул. А ведь на самом деле мы благословляем имя Всевышнего. И именно это в еврейской традиции особый раздел, в том числе и музыкальный. Очень разнообразный, очень интересный. И по многим разным поводам некоторые благословения совершенно необходимы. Без них просто нельзя продолжать. Например, можно сказать официально, как положено. «Борух ато ашем элокейну мелех гоэлом» и так далее, как положено по тексту благословения, или «брохи», или «брахи». А дальше закончить. «Шеехиону лезман азе» – «дал нам возможность дожить до этого времени. Спасибо тебе за это, Господи». На самом деле это абсолютно универсальная формула, которая говорится в любой момент, когда что-то празднуется, или отмечается, или просто констатируется, что, слава Богу, это произошло. Потому что в действительности, если следовать еврейским представлениям о мире и его Творце, Творец ежесекундно поддерживает своими личными усилиями, поскольку он личность, как и каждый из нас, ежесекундно поддерживает существование этого мира и каждого из нас. Поэтому если он решил, что мы должны дожить до этого дня, значит, так и будет. Это и на праздниках, и на днях рождения говорится, и когда угодно. Но в особых случаях это исполняется вот так, как вы сейчас услышите. С музыкой Мейера Махтенберга это почти оперная сцена. С настоящим голосистым тенором, таким солистом, который почти что штурмует и берет оперные высоты. При том, что это канонический, очень старый и неизменный еврейский текст. «Благословим Господа, который дал нам возможность дожить до этого дня».